Вы знали, что любимая бабушка есть не только у внуков, но даже у собак? Вот почему любимая? Да потому что у нее всегда все самое вкусное. Смотрите. Бабушка приехала. Хлеб с маслом. Нельзя хлеб с маслом. Это тортик. Тортик. Бабушку подложил, сидит. Удобно? Поднимайте, пожалуйста, Кристина сегодня и Рокки приехали к нам в гости из Реутова. Пойдем, 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 пойдем. Что там на видео? Здрасте. Здрасте. Бабушка кормит, которая приехала Мы к завидуем. Нам в гости. Да. Да. Бабушка к вам приехала? Да, она приехала к нам в гости. Бывает у нас редко, потому что мы сами из Барнаула переехали не так давно в Москву. И вот она приехала к нам в гости непосредственно. И все, а для Рокки бабушка это вся вселенная, потому что она... делает ему хлеб с маслом, сверху еще сыр, ну и все. И он здесь забывает вообще про все, про всех. И только есть у него одна бабушка, которая кормит. То есть я наоборот, как бы говорю, ну не надо кормить, особенно со стола. Ну, как видите, это все бесполезно. Такого бабушка не понимает. Появление этого парня у вас? Вообще, это первая собака в семье. Вот. Мне было 13 лет. Как и все дети, я хотела собаку. Вот. Ну и все, и стала выпрашивать, выпрашивать, выпрашивать. И выпросила. И выпросили, да, поехали забирать. Он был последним щенком. Вот. Может быть, вы знаете, что у него такая есть особенность. Он абсолютно с рождения глухой. О том, что он глухой, естественно, мы не знали. Заводчица нам тоже об этом не рассказала. Ну, она тоже, наверное, я думаю, что не она, знала. Да, я думаю, что она тоже об этом не знала, не подозревала. Единственное, что она сказала, что он такой из всех щенят самый-самый такой тихий был. Ну и все, и... забрала его, и теперь так вот у нас появился американский сафаршистский терьер. А он наверняка интересно лаять должен, да? Да, он лает, громко или тихо? Он может лаять вообще без звука, просто открывать рот, и может лаять очень громко. А как вы даете ему команды? Обучала его по жестам. Сразу мы его забрали, ему было 4 месяца. Я взяла у подруги книжку «Дрессировка собак». И по книге стала его дрессировать жестами. Он знает у меня, конечно, не все команды, которым мне удалось обучить. Это команда «Сидеть, лежать, дай лапу» и команда «Голос». Мы, кстати, можем продемонстрировать? Да. Давайте, конечно. Давайте. Сейчас интересно. Попробуем. Давай, сидеть. Добейте согласованности. Это вот команда «Лежать», так, «Сидеть», «Голос». Ой, ты умница. Лично. Ну, как вы уже, да, видели, что он... Ну, и вот еще команда «Лапа». Дай лапу. Это вот... Можно еще там другу попросить. Ну, вот так. Красавчик вообще. Это, да, это все единственные команды, которые мы, как бы, ну, реально знаем. Да, ну, давайте посмотрим что-нибудь из видео, как вы это делали. «Лапа» родился абсолютно глухой собакой с самого рождения. И все команды он изучал только по жестам. Да, мы не все знаем команды, но мы их знаем. Роб, давай покажем, как мы знаем команды по жестам. Это была команда «Голос». Ну, как видите, он просто... Молодец какой. Вот, ну вот, да. А как-то попробовать? Вернуть слух нельзя, да? Не-не-не, у него абсолютно отсутствуют все слуховые импульсы. То есть это врожденное, которое, ну, не восстанавливается. Да, если было бы, ну, хотя бы там чуть-чуть, то можно было там электро... Усилитель Ой, поставить, это, условно. Нет, ну да, свисток, хотя бы хоть как-то там привлекать внимание, да? Собак. Да, у нас, к сожалению, полностью отсутствует свисток. На самом деле вы делаете огромную работу, потому что, учитывая, что собака глухая, да, для них слух и нюх, они важнее, чем для нас зрение, в принципе. Да, нюх. А у него, получается, один канал информационный не работает, а ему-то нужна эта информационная нагрузка, поэтому... Видимо, больше, да, хочет общения, чем обычные стафы. Да вы знаете, нет, он спокойный, как и щенок, когда он был спокойным. То есть правильно заводчица говорил, что он самый-самый спокойный. Вот, и нюх у него действительно обостренный. То есть когда мы выходим гулять, ему, если честно, вообще ничего не интересно. Он прям все нюхает, нюхает, нюхает. Но он любит
все-таки наших семью, детей любит. Ну, у вас есть видео, как разбудить спящую глухую собаку, да? Да, конечно, да. То, что он глухой, здесь уже надо осторожно, потому что его можно испугать, ну, как и человека. То есть, если какие-то резкие движения, он пугается. Даже когда люди приходят, например, та же бабушка приходит, и если он неожиданно ее видит, естественно, он пугается, и он гавкает. Вот, но это такой уже собачий инстинкт, поэтому, да, здесь надо будить абсолютно осторожно всегда. Смотрите, к носу сейчас приложу. Ага, вы так будете. Только от прикосновения. Ну, это потому что ливерная. Можно было взять другую колбасу. А, пробовали даже индейку. Да? Да. Ну, когда он крепко спит, он... А, он прям вырубается так сильно, да? Да, да, да. Ты чего? Ты что так крепко спишь? Ну, это особенность именно этой собаки, вот так выключаться. Ну, я думаю, это глухота имеет значение, ну, потому что слуховой канал, тактильная информация не забивается. Плюс еще старость, все-таки 13 лет. А ему же 13. Вы уже 13 лет вместе, да? Да, да. Большущий срок. Ты чего спишь-то? Ой, и такой прост. Мне ко второй сегодня. А, точно. Так, все, поехали дальше спать. Видео сняли, можно дальше. А, ну это когда, как я захожу. А, ну и понятно, что он не знает, что вы пришли. Да, 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 да. То есть, ну, как видите, он вообще не реагирует. Вот оно счастье, как он спит. Говорят, тебе поцеловать можно носик наш. Давайте попробуем. А мне интересно, обращаются ли к вам люди, у которых есть подобные проблемы? То есть вообще знаете ли вы кого-нибудь, у кого есть собаки, которые тоже не слышат? Лично я не знаю, но в интернете очень много пишут. Вот. Именно вопросы такие, как обучили командам. То есть, ну и такие тоже вопросы, как там, например, команде ко мне. Но так как он глухой, я его не отпускаю с поводка, потому что для него это, ну, прежде всего, безопасность это для него. Единственное, когда мы в поле выезжаем, я его могу отпустить, когда никого нету, и я точно знаю, что никто не появится. Тогда я его отпускаю, и вот по такому жесту он видит, что надо ко мне, либо вот так по ноге еще. Он никогда не, ну, не слышал свои клички, он не знает, как его зовут. Это тоже как бы грустно. Вот. Но это такая особенность у него. И я, ну, я думаю, рада, что он у меня. Главное, что он знает, кто его любимая мамочка. Да, а да. Остальное мысли все... о том, чтобы его отдать, когда, ну, мы узнали об этом, конечно, не было. То есть мы сразу понимали, надо, значит, как-то воспитывать. В любом случае мы оставляем собаку. Он не слышит, малыш? Отдыхает? Отдыхает. Как чувствует себе руки? Нормально. Привет, Рокки. Там знаешь, кто пришел? Иди проверь, кто пришел. Это уже Москва? Да, это Москва. Испугался. Иди. Как видите, он гавкнул, это вот он испугался. Нормально. Она его, конечно, безумно любит. Это все собаки. Это уже как раз перед отъездом. Это перед отъездом, да. Это она. Ну что ты? Нельзя. Уже присел, попрошайничать. Футболка. Да, футболка. Это что? На нем надета футболка с его изображением. Вот. Также на изображении как бы нарисована надпись. У собаки одна цель – подарить свое сердце. Есть футболка у него, есть футболка у меня. И также, кстати, мы подарили бабушке. Вы с Рокки просто олицетворяете настоящую любовь. Отличные видеоролики. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Это была интересная история. Правда, надеюсь, она вдохновит кого-то на такие же серьезные победы, как у вас. У нас сейчас короткая реклама, после этого вернемся.